Здравствуйте на Gothic Channel, экстренный выпуск новостей. В студии его ведущий Сократ, коротко о событиях к этому часу. Закат гриферства в Red Dead Online. Куда деваются гриферы, что с ними происходит в сегодняшнем выпуске. Пушистые истории о том, как Red Dead Redemption решил объявить войну АФКшникам в режимах противоборства, объединившись с Rockstar Games. Неожиданное покушение на стрим Сократа закончилось фиаско. Читеры не смогли никак заруинить турнир, и следующий турнир 29 августа в субботу пройдет в 19:00, также в нашей закрытой сессии. Приходите и вы, дружище, поддержать лайком, будет крупный PvP-ивент с участием 14-14 за войну Тамблвида. Куда пропадают гриферы? Мы долго задавались этим вопросом. Мы думали, что люди просто от того, что устали, перестали заходить в онлайн, и, собственно, никого нет. Никто не нападает. Но о крупномасштабной операции Готики узнайте из следующего сюжета. Павел, передаю тебе слово. Сегодня в районе торгового поста Ван Хорн были задержаны участники одной из крупнейших преступных банд Нью-Ганновера. Данная группа лиц по предварительному сговору совершала нападения на рядовые торговые дилижансы, прерывала почтовые отправления, осуществляла агрессивные групповые нападки на людей, находящихся в защитном режиме. В просторечии обычные гриферы. В филиале детективного агентства Пинкертона уже производится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых на территории торгового поста Ван Хорн были задержаны так называемые фанаты Старкреда. После сбора всех необходимых сведений детективным агентствам будет дана соответствующая правовая оценка. Данное задержание было произведено в соответствии с законом, соблюдалась осторожность и гуманность, о чем свидетельствует оперативная съемка. Внимание! Данная запись может содержать сцены кровавого и жестокого насилия, пропаганду гомосексуализма, алкоголизма, табакокурения, финансовые пирамиды и многое другое. Она не предусмотрена лицам, кормящих беременных, детям, да в принципе всем. Будьте осторожны, уведите всех от экрана и вообще не смотрите эту запись. Всем лежать, морды в пол! Не ворочайся, с**а, лежи, бля. А ты куда пошел, пап? Ребята, вы что, я здесь мимо проходил. А ну, я стой, не бля. Знаю, кто эти все люди. Я вообще не имею вот никакого су... отношения. Не трогайте меня, пожалуйста. Ну и что мы будем с ними делать? Не знаю, может быть, просто их обоссым. Свой комментарий дала пресс-секретарь детективного агентства. Мы отправились к ней. Около 200 тысяч долларов наличными, 25 тысяч облигациями, сотни золотых слитков, найденные в сейфах и тайниках в половицах, несколько коробок с украденными драгоценностями, мешок монет, датируемых прошлым веком. Эти богатства были обнаружены при обыске лишь одной из укрытий данной группировки. К задержанию этой организованной группы готовились тщательно, потому что знали, что члены банды вооружены до зубов. Помимо денежных средств, во время обыска также были изъяты 2 5-литровых емкости с самогоном, 3 десятка зажигательных патронов для дробовика, 3 бутылки с зажигательной смесью, 8 шашек нестабильного динамита, 14 разрывных стрел, 24 коробки скорострельных пистолетных патронов. Вы думали, люди просто перестали играть, поэтому никто друг на друга не нападает? На самом деле, это просто Готика защищает торговые караваны. Вступай, дружище, и ты, ссылки в описании под этим роликом на Discord, проходи легкую авторизацию и перевози свои караваны в безопасности. Red Dead Redemption объявил войну людям, которые АФКшат в режимах противоборств. И мы взяли интервью у человека, который АФКшат. Вашему вниманию... Лица и голос мы, конечно же, изменили в целях безопасности для этого человека. Да, я участвую в режимах противоборства, и я стою АФК. И я не двигаюсь, и просто тупо на этом фармлю золото. И я не считаю, что это основная проблема Rockstar. Более того, я даже не считаю себя виноватым. Потому что если бы тут была какая-то градация по местам, например, ну, за первое место получали бы максимальное золото, за последнее там... 001, то тогда бы был стимул играть в противоборство. А так как этого нету, все получают последнего значения. А если неважно, выиграл ты или проиграл, то зачем лишний раз напрягаться?
Спасибо большое, StarCred, за ваш комментарий. Более того, хотелось бы сказать, что вся эта катавасия, на самом деле, по отношению к ФК, лишь малая-малая часть. И что мы будем делать дальше? Давайте устроим саботаж, оденемся в костюмы клоуна и станем в ФК в режиме противоборства, чтобы Rockstar обратил на нас внимание. На самом деле, основная проблема этой игры — крайне редкое количество обновлений и крайне тупорылое отношение к читерам со стороны, собственно, игрового комьюнити. Мы должны устроить массовую голодовку, забастовку, бойкот и что там еще? Эй-митинг, точно. Ну и, конечно же, хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто участвовал на турнире на прошлой неделе на атаке Форт Мерсер. Играли 14 на 14, но во время чего у нас было что? Правильно, покушение на Сократа. А если бы точнее, на стрим Сократа, и читеры попытались заруинить его. Однако у них ничего не вышло, благодаря нашей уникальной соло-сессии. Смотри его в предыдущих роликах. Более того, дружище, если хочешь ты поучаствовать на наших турнирах, заходи, ссылки в описании, записывайся заранее. В 19.00 29 августа состоится следующий турнир. Вот вы, игроки, хотите всегда мазаться контентом с первых минут игры. А ведь так не бывает. Нам приходится чуть ли не выковыривать контент на протяжении месяцев. Это же все очень дорого. О, новые скины. Извините, но дрочить одно и то же несколько месяцев я не хочу. Почему одно и то же? Мы его добавили новую профессию. Она совершенно не похожа на другие. Натуралиста? До свидания. Ну и отдельно хотелось бы сказать огромное спасибо нашим спонсорам. Если бы не они, мы, конечно же, не созрели бы для этого ролика, потому что очень много сил, времени, трудов было вложено в него. Огромное спасибо Пакинтосу, Готику Нексту, Максу Кочегарову, Морс Анастасии, Виктору Попову, Алексею Котову, ну и, конечно же, Вовки СПБ, а также другим спонсорам. Ими можете стать и вы, всего от 49 рублей в месяц. Поддержите Готику и дальнейшие выпуски новостей. А теперь, ребята, давайте на полном серьезе. Как вы оцените этот ролик? Я очень сильно хочу, чтобы вы написали в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Если наша импровизация, вот такого рода Gothic News в нашей импровизированной студии, репортажи, сюжеты, интервью вам зашли, и вам это было забавным, интересным, с немножко доликой сарказма зашло, на ура, я попрошу оставить комментарий, поставить лайк или дизлайк, неважно. Мне важно ваше мнение, какое бы оно ни было. Как, что хорошо, что можно было бы улучшить, опишите обязательно, потому что я старался, я вложил в монтаж душу, в эту идею то же самое. Спасибо огромное всем тем, кто участвовал в записи данного выпуска. И если оно понравится, и если будет много лайков, и также будет, безусловно, большое количество комментариев, может быть, кто-то даже оформит спонсорку, я, безусловно, продолжу выпуск подобных новостей, постараюсь раз в неделю, так же, как и модный приговор. Модный приговор, он и будет выходить, ничего с ним не случится. Вот по поводу именно Gothic News, что касается RDR. Напишите, это важно. Удачи!